Память жертв геноцида армян в Османской империи почтили в Перми. В столице Прикамья, как и в других городах России, прошла всероссийская акция памяти жертв «Бессмертные души». Армянский мир и все люди доброй воли в этом году отмечают трагическую годовщину. Столетия назад в ходе Первой мировой войны в восточных областях Османской империи истребили около 1,5 миллиона представителей этого древнего христианского народа. Давайте помолимся сейчас все вместе, кто здесь собрался, чтобы Господь услышал наш зов. И вот то, что армянская церковь причислила их к лику святых, как страдальцев, как мучеников, как тех святых, которые пострадали невинно, пролив свою кровь, невинно. Пусть Господь услышит и нашу молитву здесь, вдали, казалось бы, от Армении. Массовые убийства сопровождались зверскими издевательствами над жертвами, свидетелями которых стали различные стороны конфликта. Память о трагических страницах прошлого – обязательное условие выживания и народа в целом, и каждого отдельного его представителя.